OMTV.ua, про найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Ай, ребята, все. Все имущество, блядь, згоріло наше. Сука, попала, блядь. Не спасли, не уберегли, господи. Сука. Жалко-то как всем. А 9 октября, 200-я бригада. Погорели мы маленько, погорели. Ваше превосходительство, глубоко уважаемый Верховный главнокомандующий Путин Владимир Васильевич. Мы военнослужащие войсковой части 31985, 12-й танковый полк, отряд «Шторм», преимущественно мобилизованные и добровольцы, прибывшие из Москвы, Московской области и других регионов. Обращаемся к вам, чтобы разобраться в действиях нашего командования. По прибытию в ДНР нас прикомандировали к 200-й мотострелковой бригаде для выполнения штурмовых задач. Враги нас сожгли. Все имущество нажитое у нас погорело. Остались только печки и трубы. Наш отряд понес потери, личный состав и бронетехники. Нас отправляли и отправляют на выполнение задач без достоверных разведданных, артподготовки, без должной связи. Несмотря на это, личный состав выполнял все поставленные задачи. Все поставленные задачи успешно решаются по плану. Неся потери личного состава, на все конструктивные предложения личного состава руководство 200-й бригады не реагирует. Зам командира ставит невыполнимые задачи. Уважаемый Владимир Владимирович, просим вас разобраться в данной ситуации. Дырчик сгорел. Много чего сгорело. Много чего. Одежда вся сгорела. Все имущество погорело, еда погорела, склад с водой, с едой сгорел. Пострадали мы крепко. Зря вы хрюкаете. Российских шовинистов постигла тяжелая утрата. На Запорожье был ликвидирован российский оккупант Александр Можаев по кличке Бабай, который прославился еще в 2014 году, когда российские диверсанты захватили Славянск и развязали войну на Донбассе. Думаю, этого персонажа все хорошо помнят. В своих интервью Бабай обещал, что будет жить долго и счастливо, но обманул. Этим так называемым властям украинским могу сказать, не дождетесь. Вот. С вашими молитвами будем жить долго и счастливо. Его гибель – важное напоминание о том, что российская агрессия против Украины началась не в 2022, а в 2014 году, когда вот такие вот вооруженные российские диверсанты во главе с офицером ФСБ Стрелковым Гиркиным вторглись на Донбасс, вторглись в Украину, захватили украинские города и развязали боевые действия, которые идут до сих пор. Да, это не гражданская война, как тогда говорила российская пропаганда, не внутренний конфликт, не восстали никакие шахтеры и трактористы, а вот такие вот бабаи с оружием пришли из России и начали эту войну. Вот такая вот новость из Запорожской области. Ну а российские военкоры тем временем продолжают жаловаться в своих телеграм-каналах на крайне тяжелое положение российской армии, которая терпит поражение под Авдеевкой, а также в Херсонской области на левом берегу Днепра. Причем вот в этих Z-каналах особенно подчеркивается, что серьезный урон, большие потери российской армии наносят украинские FPV-дроны «Камикадзе», которые буквально выкашивают российскую бронетехнику и артиллерию. Сказать, что наша арта сильно страдает от FPV и дронов-бомбардировщиков противника, значит почти ничего не сказать. Если нашей армии все еще нужна артиллерия, проблему надо решать системно, масштабно и быстро, пишет российский военблогер Живов. Чтобы не было иллюзий, у противника
противника квалифицированные беспилотные роты. Не идиоты 404, а вот прям умелые воины. Они безлимитно и почти безнаказанно летают над нами на глубине до 30 километров. За самыми жирными целями следят постоянно. Как только парни выходят на боевую работу, в них разом летит пара FPV, а в засаде ждет 2-3 бабы-яги, это так они называют крупные дроны, жалуются Живов и пишет, что надо срочно с этим что-то делать. У меня есть предложение, что делать. Надо убираться из Украины и заниматься в России своими проблемами и своей страной. Другой известный российский военкор Романов тоже пишет про проблему FPV-дронов и любезно публикует кадры уничтоженной российской военной техники в Херсонской области на левом берегу Днепра. Это дорога Олешки-Роденск. То есть это тыл российской армии, как понятно из этого видео, там уже совсем рядом идут бои, сгоревшая техника, вероятно, также уничтожена украинскими FPV-дронами «Камикадзе». Тот же военкор Романов пишет и о полном провале российской атаки на Авдеевку. Наши воины-подписчики с донецкого направления рассказали о ситуации в Авдеевке. Об успехах с нашей стороны говорить не приходится. Весь театр боевых действий – это 4 лесопосадки. Если получается выбить противника с линии обороны, то потом они полностью уничтожают все окопы артиллерией и танками. После подобного обстрела позиции становятся невозможно удерживать. Все, чего добились на данный момент, это отодвигание позиций ВСУ от наших и увеличение серой зоны. Текущие результаты наступления, которое проходит уже почти 10 дней, никак не стоят понесенных потерь. Никто не позаботился о контрбатарейной борьбе или ультимативном перевесе в выпущенных снарядах. Если говорить совсем прямо, то был выбран самый укрепленный противником участок фронта, и другого результата ожидать не стоило. В общем, донатьте на FPV-дроны. Это работает. Как мы видим, враг подтверждает их эффективность, поэтому чем больше их будет, тем лучше. В описании к этому видео я оставляю ссылку на банку волонтерского фонда, который занимается закупкой FPV-дронов. Задонатьте на дроны и помогите Украине отстоять свою свободу и независимость. Ну а также подписывайтесь на канал, это тоже очень важно. Министр обороны Израиля Галант считает, что нынешняя операция в Газе должна стать последней. Но достижение целей могут потребоваться, как он сказал, ровно 3 месяца. Пентагон сказал, что если конфликт начнет разрастаться, то американцы готовы вмешаться.